Гоу-гоу-гоу, дорогие друзья, дамы и господа, мы продолжаем наш супер-тренинг по специальному мануальному массажу. Сразу с воздействием на костно-связочный аппарат и сейчас рассмотрим уникальный случай, а вернее он достаточно частый случай, когда у человека иррадирует нерв в ногу. Это, как правило, седалищный нерв, с этой проблемой очень многие знакомы. Это и ишиаз, ишиалгия, ущемление нерва, защемление нерва. В общем, все эти случаи, это все на самом деле одно и то же, да? Вот, от чего он защемляется? Во-первых, давайте сначала его покажем. Он примерно идет с центра ягодицы, да, и по ноге, вот по центру ноги идет тут. Примерно от складочки 5 сантиметров он раздваивается. И одна часть идет спереди, другая с этой стороны, до большого пальца. Из-за чего происходит защемление? Ну, прежде всего, это может быть... из чего он складывается? Давайте прям так я и нарисую, да? Как его найти? Вот есть у нас... Верхняя бедренная кость, да, вот кость. Есть у нас седалищная кость, вот на чем мы сидим, да, у таза. Вот эту точку поставим. Есть косточка, вот где ямочка, да, вот эта вот. Обычно у женщин ее хорошо видно. Если эти все три точки соединить, получается равносторонний равнобедренный треугольник. Конечно, проекция как бы на округлом ягодице. Сложно попасть, да, потому что смещение небольшое идет. Вот. И если у этого треугольника соединить бисектрисы, а бисектрисы, это мы помним, она делит угол пополам, то мы как раз попадаем в место, где начинается седалищный нерв. Он достаточно толстый, вот пример, как сломастер идет, да. От этой седалищной кости вот чуть сбоку, вот тут получается он идет, по центру, вот тут раздваивается, одна часть пошла сюда, да, вот между икроножных мышц. Вот так он примерно идет, да? Значит, что... отсюда начинается, помните, да, крестец, это 5 сросшихся костей, но у них есть поперечные отростки вот эти, да, и среди них выходят нервы. Этот хорошо видно, например, на нашем Василии Ивановиче. Вот эти вот отросточки, да, значит, их 4. Кроме того, от позвонков нижних, поясничных, они тоже отходят. Все это соединяется здесь, вот отсюда тоже нервы выходят, да, там так называемый конский хвост, нервный пучок вот такой там висит. Они тоже сюда подходят, все это соединяется в большой толстый нерв. Вот так вот он идет. Вот эта седалищная кость, да, вот так вот он идет. И сюда его, первый случай, да, прижимает грушевидная мышца. Грушевидная мышца идет от крестца, вот так по диагонали, и она как раз прижимает к вот этой косточке, поэтому идет боль, ущемление называется, да. Другой случай, когда у человека грыжа, да, если грыжа выпячивается, поворачивается в сторону, вот она здесь продемонстрирована, да, и она пережимает нервный корешок. Он тоже идет сюда и сращивается с седалищным нервом, то есть причина может быть в пояснице. Вторая причина, третья причина может быть, это просто поворот позвонка. Он повернулся и каким-то своим боковым отростком зацепил нерв, ущемил его в пояснице, да. То есть вот выясняем сначала причины. Ну, грыжа или нет, это сразу можно понять. Вот мы берем от крестца первый промежуток L5S1, да, вот этот пресловутый, мягко его продавливаем вниз и спрашиваем человека, больно или нет. Не вместе нажатия, а в глубине. Ну, видимо, не больно. Он крикнул. Следующий промежуток. L3, L4, ой, L4, L5, теперь L3, L4, нормально, да? Вот интересно, второй получается, была и радиация вот вправо, да, вправо именно, ягодица. Вот в ягодице, да, было? Да, вправо. Радиация, да? Значит, проблема здесь. Ну, как правило, чем выше поднимаешься, тем все менее вероятно, что есть грыжа. Да, не больно. Вот, ну не больно, да, видимо, там легкая протрузия какая-то, или просто мышцы вот... подвздошно-поясничные мышцы, вот такие коротенькие есть, вот, может быть, она где-то там зажата внутри. Тогда нам придется
работать здесь и искать эту мышцу внутри, в глубине. Значит, в этом случае что мы делаем? Мы залазим прямо вот, буква V идет, да, до вот этих ямочек. И перед ямочками, вот так, ямочка это кость. Перед ямочкой раз, вот начинается мякоть. Вот это вот, где стыкуются коротенькие такие вот суставчики. И мышцы, крестец, крестцово-подвздошное сочленение. Здесь и здесь вот так вот, да? А здесь идет подвздошно-поясничное сочленение. Вот. Вот мы эти сочленения расшатываем, достаточно глубоко заходим в них туда. И вот у нас движения такие вот, влево-вправо, да? Методичные, монотонные движения. Мы расшатываем, разбиваем эти места. Если они у человека очень жесткие, зажатые, да? Мы там дополнительно можем из пальца сделать вот такой вот, ну, как бы, крючочек, да, и как молоточек простучать на поглубже. Если не получается так постучать, да, либо пальцу больно, либо человеку больно, да, то можно через свой палец этот, либо вот этот поставить и прям через него простучать. Наша задача раздвинуть эти сочленения, чтобы они сняли, ну, чтобы они позволили нам работать дальше. Но чаще это именно грушевидная мышца. Грушевидная мышца, она идет, соответственно, от крестца и вот тут вот так вот по диагонали, тут вот где-то крепится, да, к бедрам костей. Соответственно, вот поперек мы ее можем нащупать. Заходим туда поглубже пальцами, да, ну, после того, конечно, как размяли все, да, вот эти все наши грубые техники. Это уже специальная частная работа, да. Нашли, где она, эта мышца напряжена. Как правило, они будут, вот она отсюда же растут мышцы, вот так, да? И они будут, знаешь, как будто там какой-то вот такой стержень или карандаш, как палец, да, вот раз, мы упираемся. Вот прямо вот это будет чувствоваться. Здесь на видео там видно, да? Мышц может быть много, может быть это, может быть вот тут где-то, да, может быть вот тут где-то. Вот мы вот это проверяем, все эти места. И способы воздействия. Во-первых, точечное, да, на место крепления этих мышц. То есть это триггер, соответственно, если она спазмирована, да, это уже триггер, триггерная зона. Значит, первый способ. Вот находим, где она крепится, да, прожимаем достаточно жестко на вдохе, вдыхаем, вдох. Задержали дыхание, предупреждаем человека, да, и расслабляясь, если задержка дыхания, старается расслабиться, видите, напрягаться. И мышцы надо расслабить именно, да? Да, наша задача расслабить мышцы, да. Вот, тут как бы создается эффект шланга. Мы перекрываем кровоток в эту мышцу, да, потом резко отпускаем, и как в шланге, знаешь, напор создался, да, мы отпустили, и она пробивает. Пробивает вот этот вот там, ну, что такое спазм, да, это там кровеносный сгусток, это что-то там такое вот, проходимость слабая, да, от этой плотности там венозная кровь накапливается. Вот так мы ее прокачали. Потом с этой стороны продавили. Также на вдохе, да. Если проблема сложна, то можно с наговором это делать. Триггерную точку. Помните, я наговор вам вчера читал. Примерно так он звучит. Ну, еще раз, для записи, да. Мы понимаем эту боль, принимаем ее для себя. Благодарим за то, что она есть, за что-то она была дана, за что-то нужна. Но сейчас у нее отпала необходимость. Мы ее полностью отпускаем с благодарностью. Спасибо, болью, уходи с миром. Отпускаем ее с миром, посылаем в эту точку энергию исцеляющей любви, согреваем ее и дышим спокойно, медленно. Все это делаем на размеренном, медленном дыхании, вдох, выдох. Вот я чувствую его выдох, да, синхронизируюсь с ним и синхронно с ним тоже выдыхаю, помогаю, вдох, выдох, помогаю. И мы запускаем в эту точку, как будто бы мы через нее дышим, запускаем через нее белый свет в себе, как белое облако втягиваем, и оно по нашему телу рассеивается и освобождает. Как правило, я у человека спрашиваю, ну как, прошла боль? Говорит, прошла, да, я отпускаю. Сейчас не все прошло. Резко отпускаю. Оболело сначала, да? Немножко так было. Да. Да, да, мы ищем как бы точку нажатия, это мы ищем эпицентр. Эпицентр боли. Да, может потренироваться. Я пока на этой ягодице покажу. Ничего нету? Все.
Сосалось? Опустила сразу, да? Я не чувствую. Ты чувствуешь? Ну, нам попался пациент, где все ровненько, да? Ну, вот, вот немножко есть. Вот здесь, да. Вот, вот, почувствую. Так, да, тяж да, такой, да, по диагонали. Все маленькие губы. Да. Вот. Ага. Мне кажется, даже немножко правее. Да-да-да. Во-во-во, отлично. Да, вот так вот мы нащупываем, нащупываем, да, где конкретно болит, и работаем с этой зоной. Надо понимать, что у самой мышцы, она крепится сухожилиями, да, и сухожилия для мышцы являются антагонистами. Если мышца спазмирована, сухожилия перерастянуты, они антагонисты, борются друг с другом, да. Тогда вот мы прижимаем место крепления, это что мы делаем? Это значит, мы укорачиваем сухожилия, понимаешь, и мышца начинает распрямляться. Вот. А для мозга, откуда идет боль, на самом деле ему все равно. То есть три точки есть, два места крепления и середина мышцы. Да? Вот мы сначала проработали сухожилие, чтобы оно спазмировалось, да, и растянуло мышцу. А теперь работаем с центром. С центром этой мышцы, вот где примерно точка и была, да. Соответственно, поперек. Надо поперек этой мышцы работать. Ну, была вот эта мышца, значит, поперек этой мышцы работаем. Вот эта мышца была, это средняя ягодичная мышца, большая, вот она, кстати, крепится она большая, вот где, не ошибите, что ягодица заканчивается здесь, да, она идет большая, вот докуда, вот до сюда, вот она, крепится к бедру, то есть вот тут у бедра ее начало, за ней идет средняя ягодичная мышца, она такая плоская, туда заворачивается, да, и этот пучок как раз вот на стыке, да, вот мы как раз его и чувствуем. Вот он выпирает, да? Край получается. Край получается, да. Вот он друг на друга накладывается, получается такое выпуклое место. Тут, значит, поперек действуем. Давайте другую мастер нарисую, чтобы было видно. Вот здесь действуем по этой мышце. Вот туда. А здесь действуем вот сюда. Ну, может тут еще мышцу найти, да? Тогда вот туда вот получается. Вот мышцы. То есть вот практически это. Вот такой вот полукруг вокруг верцела бедренной кости, да? Как мы работаем с этим? Ну, можно кулаками, да, можно пальцем. Пальцем я уже показал также вот, с точками, да? Также мы растираем вот это место, да? Допустим, растираем, растираем. И резко на срыв работаем. Чтобы сюда добраться, может человека, допустим, дополнительно поменять ему позу чуть-чуть, вот раскрыть эту зону, да? Вот. И прямо жестко с ней подработать, подработать. Кровь пошла. Наверное, кожа тянется, да? Немножко масла добавим. Правда, масло сотрет наш рисуночек. Ну ничего. Мы запомнили все это, да? На камеру зафиксировали. Вот, берем эту зону, да? Кстати, все вот эти работы с зонами, вот этими ягодичными, они очень хорошо стимулируют половую функцию человека и все органы малого таза, да? Особенно у женщин, там, да, у которых там проблемы с яичниками, то тоже можно работать через ягодицы. Вот это продавили, вот промяли ее, все наши приемы вспоминаем, да? Вот разогрели, видите, покраснение пошло, это гиперемия, очень хорошо, подбадриваем человека с здоровым румянцем на все ягодицы, да, это приятно, значит, только кожа отличная, потому что ткань работает. Иной раз используются всякие похлопывания, пошлепывания, чтобы именно согреть вот эту зону. Ну, больно в момент шлепка, да, но потом сразу так раз и проходит, мы как бы освобождаем подсознание человека, да, что все, не болит, да. Есть еще приемы засинячивания, так я вам скажу. Это уже такой следующий шаг, да, специально ставятся синяки, намеренно, да. Потому что синяк это не страшно. Это страшно, когда вы на пляже там не очень красиво выглядите, да. Но по факту, что такое синяк? Сейчас вам покажу, есть такая техника гуаша. Массаж. Сейчас мы будем засинячивать. Держись там. Держись. Да, да, да. Вот сильно не надо.
Так, не могу найти этот скребок, тогда... Тогда принесу скалку. Почти угадал. Тогда можно проще поступить, если у вас нет скребков. Они делаются из рогов яка, это все тибетские технологии, из нефрита, там, из специальных камней, да, таких полудрагоценных. Ну, если в домашних условиях, да, его нету, то можно использовать обычную столовую ложку. Мы его так немножко маслом смажем, да, согреем, чтобы оно было теплое. И вот вдоль вот этой мышцы, да, начинаем вот скрести. Ого! Как будто ногтями. Да. Вот, ну, покраснение пошло-пошло. Я не буду доводить до финала, да, тем более у нас уже достаточно коротенький, да. Ну, просто вот мы видим, да, что вот кровь начинает работать. А, синяки что нам показывают, если они проявляются, да, ну, всю должна обработать. Ничего, там будут синяки? Синяки появятся только в тех местах, где есть действительно проблема. А, где да? Проблемы нет, да, будет такое легкое розовое покраснение. Вот я вдоль этих всех мышц, да, прорабатываю. То есть вот таких вот движений будут синяки? Да. Ну, если проблема. Ну, наша цель поставить синяк, да. Да. Угу. Потому что синяк это что такое? Вот он сначала становится синим, да, от слова синяк. Это у нас венозная кровь, куда поступает, да. Разрушаются, может быть, какие-то микрокапилляры, да. Ну, они потом, ничего страшного, они потом сращиваются, там новые создаются микрокапилляры. Венозная кровь начинает работать, да. Потом синяк становится черным. Это туда поступает коричневого цвета гемоглобин. Гемоглобин плюс, ну, коричневый с синим смешать, будет черный, да? Синяк потом проходит гемоглобин, он голубенький становится, да, это билирубин вступает в силу. А далее добавляется желтый цвет. Голубой плюс желтый получается зеленый. Желтый это лейкоциты. То есть зеленый цвет нам показывает, что уже пошли лейкоциты работать, да? Mm-hmm. Цвет меняется. А дальше. Но этот процесс идет в течение, там, допустим, 5 дней, да, после того, как мы процедуру применили. Так мы пациенту говорим, я с тобой поработал, там, допустим, полчаса, да, но еще 5-7 дней с тобой будут работать вот эти вот кровеносные, твоя собственная кровеносная система. Аутогемотерапия называется. Ауто сам себя, гемо кровью человек лечит. Это вот все банки, которые мы ставим, да, это вот тоже цель в этом. Ну, там много способов, да, про все сейчас не буду говорить. И, соответственно, потом синяк становится жестеньким. Желтенькие – это значит лейкоциты, они лекарь нашего организма, они растаскивают все вот эти продукты переработанных клеток, все убитые тут всякие там бактерии, грибки, там, ну что-то там, какие-то образования были, да. Они все это растаскивают и уносятся это все с лимфой. Они дружат с лимфатической системой, лейкоциты, да, и они все туда уносят и из организма все это выбрасывается. Вот в чем смысл синяков и смысл вот этого гуаша. Вот, и поэтому, если такая проблема, например, у женщины в матке часто бывают, ну так я коротко скажу, все назвать не буду, да, грибковые всякие образования, да, то вот через ягодицы, через поясницу, да, через нижнюю часть живота, вот все вот этими способами то же самое, да, можно проделать, и они начинают уходить. То есть, собственно, собственные силы организма мобилизируются в этом месте, да, и они начинают все это растапливать и растаскивать. Вот, а теперь эту мышцу, да, вот мы берем, ну, это как бы подготовили, размяли, пошлепали. Теперь мы ее берем, находим и достаточно жестко поперек эту мышцу растираем и на срыв в бок делаем. Или вот, например, локтем вот подняли. И в бок. Сместили. То же самое делаем с грушевидной мышцей, да? Да, это жестко, да, но, кстати, сразу отпускает. Буквально за один сеанс этого достаточно. Ну, таких вот жестких подходов на одну мышцу, ну, 2-3 раза. Так, раз, два, там, ну, кому-то, 3 раза. Прям чистить не нужно, да? Достаточно. Вот мы делаем и на срыв, ну, в любую сторону, в эту сторону, либо в эту сторону. До этого можно было проверить. Вначале не показал, да, насколько нога человека касается ягодицы. Здорового человека она должна пятка касаться ягодицы этой, противоположной, и вот здесь почти опускаться до верцева. Ну, видите, у меня тут не растянута, да? Нога. Вот. Но после этих процедур, как правило, вот это расстояние, оно сокращается вот примерно вот до такого. Да, то есть как тест для себя можете проверить.
до сюда, да, после процедуры она становится ближе. Да-да-да, на себя посмотри, у здорового человека ягодица должна в любом положении. Если нездоров. Пятка должна касаться. Да не то, что нездоров, где-то мышца у тебя там укорочена, да? Да, впереди бедра. Спереди, да, спереди тянется, да. Вот следующий способ, это мы опять вот эти мышцы, да, с поворотом ноги, за счет того, что мы ее удлиняем, вот можно повторять с той стороны, вот так вот коснись сюда мышцы этой, вот пальцами, держи, и вот смотри, вот мы ее удлиняем. Расслабься. Да, ягодицы расслабь, вот, вот удлинили, да? И вот в эту сторону вот мы с ней работаем. А работаем поперек. А теперь вот эту мышцу. Так, не сдави. Удлиняем ее. А, вот, вот вижу, да, конкретно. Вот, да, в эту сторону. Она. Вот, она растягивается. Вот. Ну, можно работать руками. Можно работать локтями. Вот так вот. Скажи, вчера мы делали. Да, вчера вот мы это делали, да. Вчера мы делали просто это как массаж. Да, это как массаж. Ну, туда, сюда. Вот, да? А теперь мы делаем конкретно с мышцы. Вот уперлись в нее на срыв. Вот уперлись в мышцу, да? Не массируем. А ногу вот растягиваем, растягиваем, растягиваем. Вот, у человека пошла максимально боль. И мы потом раз и сорвали. Тебе потом хорошо будет, потом благодарить. Вот. И следующий прием – это постизометрическая релаксация. По очереди будем делать. Здесь смысл в том, чтобы на задержке дыхания, вдыхаем вместе с человеком, да, я создаю напряжение этой мышцы, да, он возвращает ногу назад, то есть я давлю сюда, ты возвращаешь сюда, понимаешь? И таким образом получается статическое напряжение постизометрия, да, и после, то есть после. Расслабление, релаксация, расслабление. То есть после статического напряжения она расслабляется. Делается примерно так. Давай. Вот тут придерживаем просто таз. На вдохе вдох. Давим ногой. Дави, дави, дави. В центр возвращай. Да, 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 да. Вот хорошее давление, молодец. Прямо на 100% не надо давить, так где-то процентов на 78%. Ты не ослабляйся, все нормально. 78% он давит этой мышцы, да? И сразу видно, может он вообще ее терпеть или не может эту боль, да? В данном случае он может, он достаточно здоров. Фух, на выдохе я говорю спокойно и расслабляемся. Здесь было больно. Здесь было больно, да? А что, куда он давил еще раз? Вот исходное положение. Угу. Ты давишь в эту сторону, вот туда вот немножко. Вот сюда, я, получается, да, да. Вот так. Да, тут тоже, вот тут, я говорю, подкова такая, да, вот движется бедра. И нога тоже движется. Вот, а он давит по подкове, сюда. Вот так. Да, да, я... Да, он возвращает в исходное положение, вот сюда. Вот сюда. Вот мы давим чуть сюда, он возвращает. Да. Эту ногу расслабь, эту не держи. А здесь эту просто ногу расслабь, расслабь эту ногу. А здесь где держи? А ты просто придерживай, чтобы он не скатился туда, не повернулся. Тут люди начинают вот так надо разворачиваться. Держим, держим. Примерно секунд 10-20 вот так где-то. Ну все, он устает. Он устает? Все правильно, да. Потом опускай. Ну, второй бедро держит. Второй бедро надо. Да. Все, расслабились. И смысл в том, чтобы плюхнуться прямо на стол вот, и расслабиться. Все, расслабление пошло. Почувствовал, да? Mm-hmm. Во-во-во. А мы помогаем ему еще дополнительно расслабиться. Тема, вот, подергали вот так вот, да, вот. Помогаем расслабиться. Расслабление примерно 5-7 секунд должно быть, да? И повтор идет. Повтор увеличиваем чуть угол, чем предыдущий был. Тут я вот так давил, немножко ровно, вот так давил. Теперь вот так увеличиваю угол, да, вот уже руку сюда ставлю. И опять на вдохе вдох. Давим, давим, давим. Монотонно давим, не расслабляйся, другие мышцы не напрягают, это бедро не напрягай. Давим, 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 еще. Ну, примерно секунд 15 и на выдохе. Фу, расслабляемся, плюхаемся на стол и растекаемся по столу. Все, расслабились, расслабились. Между подходами примерно 5-7 секунд. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
и другую ногу делаю. Подход, давай. Ну, по идее, как бы, ну, нет, если ты один работаешь. Надо... Если я работаю один, то я пока с этой не закончил, другой не делаю. Да. Ну, как правило, проблемы бывают только с одной стороны. Да. Редко у кого бывает с двух сторон. Да? Ну, давай я попробую. Попробуй, да. Что, даешь? На вдохе раз, вдох. Задержали дыхание, даем, 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 наблюдаем, составим напряжение статическое. Бицепс бедра у нас руку просили, прям, ух, напрягся. Даем, 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 без смеха. Так, 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 так. Ну и команду расслабились. Расслабились. Все, стрясай его дальше, прям. Нормально так, кстати, да. Да, вот такое упражнение. Кстати, хорошее физическое упражнение и для его мышц, и для нас, как массажиста, да, мы тоже только пропотели, такая физическая работа хорошая. Далее отдохнуть, да, секунд там 10 примерно, ну 5-7-10 секунд. И увеличиваем угол теперь, вот такой будет, видишь? И он давит обратно в исходную зону. Но тут я предлагаю некоторое ноу-хау. Усиливаем эту формулу. В принципе, вот таких подходов достаточно, ну, 3-4 тогда для чего, для одной мышцы, да? 3-4, ну, 5 максимум, да? Но я делаю 3 за счет того, что я создаю дополнительное давление. Секретное. Он про него пока не знает. Вот такое. Так. Готов? Вдох. Давим. Дави, 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 дави. А я знаю вот уже место этой боли, да, где эта мышца, да? Пока он давит, я сюда прицеливаюсь. Вот через боль, да. И на срыв. И на срыв. Прям седалище. Прям не седалище, а брюшевидная мышца. Вот в этом. Да. Ага. Можно локтем, если локоть не достает, да, то вот можно вот так вот палец выставить. Просто большого пальца, да. Вот он жесткий такой получается. Даже такая техника. Из кунг-фу. Кунг-фу, да? Да. Ну давай, ты сначала проделай в ту сторону. Я покажу потом следующий. Также давит он вот в эту сторону. Да, чуть больше делаешь, да, и давит вот сюда на меня. А ты, вот она напряга, кстати, это можешь себе видно сразу. Вот, видишь, вот она видно. Ага. Вот прям вот, прям вот так, да? Перпендикулярно туда давит. Ага. Будет больнее, больнее, больнее. Сколько ждать? Ну, секунд 5-10. Фью. Отпустили, yes. Фу, ты что там почувствовал? Да, все легко. А, и икрок, кстати, хлынул, да, во-во, тебе ноги, да? Ногу, да. Да, очень хорошо. Теперь вот эту мышцу, да? Мы ее также прорабатываем только в ту сторону. Вот, на вдохе дави на меня, вот так вот. Ну, примерно секунд 10, я сейчас для ускорения просто записи, да, не буду долго показывать. Фу. Отпустили, отдохнули, потрясли, может быть, углем так потрясти. Теперь увеличиваем угол, вдох. У меня таз просто придерживаем, чтобы он его не разворачивал. Даем, 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 даем. Кстати, вот видно, она напряглась, видишь? Я чуть повыше. Фу, выдохнули, расслабились. И вот. Третий раз со сюрпризом. Увеличили угол, смотри, он уже докуда. Дави на меня, вдох. Даем, сами сделали вот такой палец и... Стонет, стонет, да-да-да, через боль, все терапии идут через боль. Все, фух, сорвали. Вот это да. В данном случае я обычно говорю людям, терпите, ибо терапия и терпение — это коренные слова, правильно? Ну, шутка, конечно, да, но да, излечение идет через боль. Вот такими способами. Ну, попробуй с той стороны. Да, естественно, это не для всех. Естественно, я еще раз предупреждаю на камеру, что это для тех, у кого вот эти жесткие проблемы. Там прям действительно такой спазм, естественно, что человек ходит с этими болями месяцами, годами. То есть для профилактики именно это не делаем? Для профилактики не надо, да. Это именно вот острый случай. Да, ну попробуй теперь вот сюда. Вспоминаю, что наша нога, по идее, вот по такой подкове ходит, да, то есть, значит, вот сюда мы даем, он возвращает обратно. Ну, ты просто придерживаешь, чтобы не косился. Молодец, давит, давит, давит.
терпит. Статическое напряжение и пост-релакс-физическое расслабление. Все, расслабились, да. Прямо уже взять, потому что вздрогнуть, чтобы она там расслабилась. Там дополнительно, да, вот. Это уникальные техники, мотайся на ус, секретное сегодня у нас занятие. Так, ну и попробуй теперь вот с увеличением угла, вот, да, и вот продавить вот эту мышцу, вот где покрасивание есть. Вот сюда, да? Вот сюда дальше, в ту сторону. Да. Ну, можешь ровцом, можешь вот этим пальцем, можешь вот так кулачком давить, этими костяшками. Латерально, да. Держим. Все. Да, интересно. На срыв надо. Потому что надо на срыв. На срыв надо было. Да, потому что прям дернуло ее, да. То есть, опять же, эффект шланга тут тоже работает, да? Мы создали напряжение, потом придавили эту мышцу, там кровеносный сгусток накопился, мы отпустили, еще так ее, она прям, кровь хлынула во все стороны. Ты сам чувствуешь, по ноге пошла кровь, да? Да, все офигенно. Да, тепло пошло, это вот вообще очень полезно. А вот гемотерапия работает. Ну, конечно, вот эта гемотерапия по науке, там это немножко другая процедура. Когда берут из человека венозную кровь, центрифуги разгоняют ее, и в болевое место колют ему обратно свою собственную кровь. Плазму крови колют ему, да. Ну, фактически, аутогемотерапией, я считаю, и хибзаму, и вот эти вот всякие постановки синяков любыми способами, да. Ну и другие процедуры тоже. Кроме пиявок, наверное, потому что пиявки — это уже внедрение инородного гирудина, который заряжает кровь, это немножко другая процедура. Так, ну и соответственно, мы сколько способов прошли, да? Растирание просто обычное, да, для этой мышцы спазмированной. Прожимание точек, да, триггерных, это способ 2. Снятие на поперек, это способ 3, да. И создание гиперемии усиленной до синяка, это 4, да. И пятое, это вот с статическим напряжением, вот этим, да, постизометрическая релаксация. Ну, если уж совсем тяжелый случай, то тут можно использовать блокаду. Это берется определенная смесь, шприц, кубиков достаточно много, не 2 кубика, собственно, 2 миллиграмма, да, где-то так 6-8 миллиграмм, и колется прямо вот вместо этой мышцы, рядом с нервом. Не сам, вот ту точку, которую мы рисовали, да, сюда делается укол. Ну, и, в принципе, про вот эти блокады, это отдельная будет тема нашей лекции, да, сейчас не будем про нее рассказывать. Ну, мы перейдем непосредственно к практическим упражнениям, потому что всегда остаются какие-то нюансы, какие-то вот непонятки, мы видим все равно не до конца вот как бы поймешь, да, или где-то что-то забыли, не досказали, да, оставили в секрете про запас, чтобы вы были мотивированы прийти к нам на тренинг и получить все эти знания напрямую в ваши руки. Я вам поставлю руки, и вы научитесь и будете специалистами прямо буквально с понедельника. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. С вами был Олег Алавгудвин.